Константин Соловьев. А вот я сейчас скажу, что я развиваю, знаю курицу, и мои точки думки заявляют, что Константин их не знаю. Окей, хорошо. Студента, ближе. Официальная пропаганда сегодня указывает на то, что государство и граждане есть некое единое целое, одна семья и так далее. На самом деле, действительно, документом, который провозглашается, конституции, законы и так далее, официальные выступления, обвинения от политиков, все время провозглашается, что речь идет о такой одной семье. И они, ну, опекуны бюрократии и так далее, озабочены тем, чтобы кормить, поить и так далее народ. На самом деле, несмотря на Конституцию и все такие важные акты, народ и администрация государства представляет собой на сегодняшний день в Украине некий конгломерат, похожий на тюремное учреждение, зону, со своими промзонами, жилзонами, регуляторами там, и так далее, и так далее. Где само государство выступает и эксплуататором контингента, как это принято называть, и потребителем тех ценностей и прав, которые создаются народом. Это недопустимая ситуация. И это совершенно не соответствует ни Конституции, ни правам, ни свободам, ни никаким правилам. Не случайно народ взорвался, или народ как-то негодует, в связи с тем, что сложилось такое положение, когда мы оказались живущими в преступном мире, в криминальном мире. Это недопустимо для Украины, как государство европейское, находящееся и географически, и исторически в Европе, и желающего жить по европейским ценностям и правилам. В свое время на европейскую историю очень сильное влияние оказала французская декларация прав человека и гражданина. Этот документ был провозглашен и принят более 200 лет тому назад. Но до сих пор он играет для европейской культуры фундаментальные основы для развития и взаимоотношений между государством и между гражданами. На сегодняшний день есть мысли, есть взгляды, есть описание, есть наука, которая, скажем так, определила, что это французская революция, в частности декларация, было положено начало гуманизации отношений между государством и гражданином. Ну, скажем так, реальные успехи в Европе, собственно говоря, начались не так давно, где-то с 50-х годов 20 века. И история предшествующая, порядка 150 лет, это была сложнейшая история с гражданскими войнами, с восстаниями, с войнами между народами, глобальными войнами. И когда наконец-то поняли политические деятели Европы, значит, что если не найти такие средства, такие возможности, которые бы присмирили или исключили, или сделали бы невозможным ужасы
войны, исходящие от фашизма, они начали работу по созданию целого ряда деклараций. Декларация ООН была принята о всеобщих правах человека, была принята конвенция о правах человека, которая является основой для деятельности Суда по защите прав человека. И таким образом запущен был процесс, по которому возникла ситуация, когда в центре, скажем так, внимания политической деятельности государства стали люди, простые люди, обыкновенные. Это не было новостью, поскольку все как бы правила жизни, способы разрешения ситуации и так далее, в Европе уже известны более 2000 лет. Это традиции римского частного права, с величайшим достижением формулировка, определения и так далее. А самое важное другое. Французская декларация поставила принцип, или, так сказать, напомнила о принципе, который сформулировал француз, величайший француз, влиявший идеологически на эту декларацию, это Монтескье. Он проводил правление законом, а не людьми. И вот мы, украинцы 21 века, до сих пор не совсем ясно себе представляем, а как это будет нами править не начальник, не, скажем, фюрер, не руководитель, да? А закон. При том, что интересно, сейчас в России, ну, там, современная Россия, к сожалению, умер в мае месяце величайший мыслитель, правовед Сергей Сергеевич Алексеев, который в начале 21 века написал целый ряд изумительных книг, удивительных по глубине и силе, которому удалось, скажем так, проследить все тенденции и увидеть путь, по которому должно развиваться цивилизованное общество, дабы исключить или минимизировать влияние криминалитета на жизнь граждан. К сожалению, на сегодняшний день мы можем четко сказать, ну, тот, кто знает право наверняка, то есть взять этот приговоренный кодекс и посмотреть на то, что делает власть, то мы обнаружим, что власть криминальная в основном, совершает массу криминальных поступков. Да, есть очень скрытые и хитроумно замаскированные, скажем так, способы воровства. Как можно залезть гражданину в карман? Если карманник залезет в карман и его поймают, то его непременно будут милиции, а будут подсуд, он наверняка может оказаться в местах лишения свободы. То есть изолированная подпись, как опасная обычная. А когда вы приходите к регистратору, и он вываливает вам требований на 200 гривен, совершенно взятых с потолка, то есть не эквивалент, а не цивильный, то вроде бы как и ничего. А фактически, то он украл у вас деньги, да? Ну, может быть, его работа и стоит, там, скажем, 3 гривны, да? Ну, 10, ну, 15, да? Вот, скажем так. Ну, пусть 50, это должно быть обоснованно. Но взятые деньги с потолка, скажем так, это и есть кража. То же самое, как и в кармане такое. И сам факт необходимости обращения к этому регистратору является способом организации краж в статальных громадных обществ и национальных масштабах. Ну, как говорится, с миром, с миром по нитке, президенту не одна рубашка может попасть. Ну, не президенту, а всей подстоят власти, кабинет. Это недопустимо, это криминализация власти. И такое мы видим, скажем так, на каждом шагу. И с этим надо что-то, ну, не что-то, надо реально бороться. Каким образом? Признавать это преступление и, соответственно, требовать, чтобы были наказаны все те, кто виновен в этой ситуации. Знаете, у нас есть одна такая проблема. Вот задают вопросы. Ну, собрался Майдан, ну дальше. А что будем дальше делать? Да? Конечно, сам по себе Майдан, это, ну, как бы, это демонстрация. Вариант чего-то, да? Или против чего-то. Вот. Но это, скажем так, и это громадное собрание людей, которые могут принять какие-то решения.
Я уже говорил о французской декларации. Да, ее, конечно, писали и принимали, там, скажем, определенные люди, но это стал документ, который вошел в историю французского европейского народа, который сбежал во всю Европу. Кстати сказать, есть один очень интересный анекдот. В Германии, как вы знаете, была, если кто помнит историю марксизма и ленинизма, то источники составляют часть идеологии марксизма. И немецкая классическая философия. В числе величайших философов, конечно, является, относится Гегель знаменитый. И он описал проблему взаимоотношений, описал государство, власть, замечательной своей известной работе «Философия права». А существо он описал свободу. Но он описал это в контексте такого принципа, что действительное разумное, что разумное действительно. То есть, как оно есть, так оно и должно быть. И это неправильно. Но я упомянул об анекдоте. Говорят, что когда-то гений, поэт, обратился к нему с вопросом: как вы относитесь к французской революции? Он говорит, что действительно должно быть разумным, и все разумное должно быть действительно. То есть это то, что необходимо. Но есть одна маленькая деталь. Что такое разумное? И чему оно должно соответствовать? Изначально Гегель был теологом. То есть он пел, воспринимал через идею Бога. И естественно, что Бога он наделял величайшим разумом. А человек он ставил положение, которое открывает разум Бога. И естественно, поступает согласно с этими условиями. Так вот, очень важно, действительно, что французская декларация оказалась таким концентрированным выражением разума, более 200 лет тому назад. Но от этого ее ценность не поменялась. Ну и вот, скажем так, года 3 тому назад, как минимум, это и больше. А вы понимаете, что мы живем от Майдана до Майдана, так и так. Значит, у меня возникла идея написать декларацию по мотивам французской декларации для нашего украинского народа. Она, конечно, тяжелый документ, потому что это вы понимаете, да, пишется как бы в такой технике письма, которая как бы сложновата, но она должна иметь силу как бы закона, или как называют юристы, императива, указания, которой народ как бы говорит власть. И которая, скажем так, обязывает власть, усвоив то, что написано, исполнять. Поэтому, скажем так, ну, получилась такая, скажем, своеобразная импровизация, с которой я вас хотел бы ознакомить. Естественно, я через какие-то там вещи передам это в администрацию. Если захотите, то вы можете ее подписать. Ну, возникнет официальный документ, на основании чего будет выражена ваша воля. Итак. Ну, я не все буду читать, не думайте. Да. Я прошу прощения, тут еще режиссура есть. Потому что это передается на всемирную сеть. Ну, для начала я прочту несколько таких моментов, которые хотел обратить внимание. Итак, следуя примеру европейских народов, демонстрирующих направленность своей воли за необходимость свободы от всех форм насилия, особенно со стороны недостойной доверия власти грубой силы, на желание и умение жить в стремлении и безусловности естественных прав людей и цивилизованных отношений в обществе, на условиях равенства граждан перед законами, на цель жить сообразно с принципами гражданской справедливости, верховенства права и ответственности, украинские граждане посредством нашей декларации провозглашают свою волю. И вот тут я хотел бы несколько объяснить. Величайшим достижением европейской мысли о праве есть мысль о том, что право есть свобода. Имею право, что означает? То есть быть свободным. И сразу же возникла идея. Как можно быть свободным? Насколько по-человечески быть свободным? Ведь много ходит человекообразных, которые сообразно зверям забывают свободу. Так?
Вы же видели выступления, скажем, спецназовки? Кто они? Люди или нелюди? Есть моменты, так, которые заставляют. Их ведь использовали как сбору собак, которых направили на людей. И сказали, пас, и они побежали. Юриспруденция это считается, в принципе, как бы, ну, преступлением. Ну, то, что они совершали преступление, это очевидно. Другое дело, привлекут их или нет. Тут тоже есть юмористический и философский вопрос. Если их поместили, или их так приняли за животных, да, или считали как животных, и спустили как бешеных собак. Ну, может быть, адвокаты скажут, подождите, если не считали людьми, мало ли что, да, поэтому нет ответственности. Может, прокурор такое придумал, чтобы их освободить? Я не знаю. Всякое может быть. Это, конечно, шутка, но тем не менее. Так вот, эта свобода, она ограничивается свободой других лиц, в равных частях. То есть, тогда возникает, как бы, общество взаимоотношений, когда люди, распоряжаясь своей свободой, принимают на себя обязательства относительно других. Только цивилизация, или цивилизованность, или юрис цивили, как говорят римляне, или говорили римляне. Ну, юрис — это справедливость, а цивили — это община, то есть общественная справедливость. И все достаточно просто. Если посмотреть свод правил, по которым живет цивилизованный мир, это цивильное право. У нас это называется гражданский кодекс, или цивильный кодекс у нас в Украине называется. То там все сводится к трем таким большим массивам, которые могут быть сведены с очень простым принципом. Вечное право не воруй. Обязательное право исполняет добросовестное обязательство, а не то, что взялся, подписывает, а потом не взялся. Так это уже как бы не того. И не причиняй вреда. Вот и все. Соблюдайте все эти три принципа, и вы будете цивилизованы. И наоборот, воруй. Не соблюдая обязательства, причиняя вреда. Тогда вы будете, ну, кто-то, граждане или там человекообразные будут варварами и ворами. Кто такой варвар? Варвар — это тот, который желает жить за чужой счет. Ну, и неосновательно обогащать. Варвар, вы знаете, есть такая поговорка. Простота хуже воровства. Так вот это относится к варвару. Почему? Потому что он даже не понимает, что он ворует. Он ходит на работу, получает деньги ни за что, так? И считает, что это все нормально. Дайте зарплату. За что? А что вы сделали? Ну все. Вторая сторона. Воры. Воры понимают, о чем идет потому что они осознают, так? Потому что это способ получения. Залезть куда-то, украсть что-то, кому-то набить, забрать часы, там, час телефона или там деньги и так далее. Но между варварами и ворами есть общее, так? Это одно и то же. Это близкий класс по своему представлению. То же самое, ну, поскольку у них около животные отношения, жестокие отношения, то, естественно, то в их среде понятно, что причинение вреда не является каким-то особым моментом. Это даже способ заработать деньги. Уважаемые сограждане, если бы вы себе представляли, как живет этот мир, вы бы ужаснулись. И то, что было тут 30 числа, это очень мелко по сравнению с тем, что происходит в целом. И иногда в обществе, и в Украине это, к сожалению, очень опасно, возникает ситуация, когда варваров и воров становится настолько много, что они образуют контингент еще более страшным ворам, политическим ворам, которые действуют тоже по простому принципу, который, наверное, всем известен по принципу Шарикова. Все отнять и поделить. Это принцип воровства, лишь отнять. И правда, на самом деле. Это, скажем так, возникла, вот эта тенденция, так, возникла там, скажем, в Украине с момента ее оккупации большевиками. Мы скоро будем праздновать целых 100 лет развития цивилизации по воровскому пути. Я уже упоминал, у нас даже города современные, советские,
ну, скажем там, Запорожье, да, оно выглядит как, вот, как лагерь, да, там промзона, жилзона, ну и администрация, да, Белый дом. И эта тенденция, она была скрыта во времена советской власти. Так? Почему? Потому что все отнимали, делили поровну. Черчилль говорит, проблема большинства капитализма в том, что он неравномерно распределяет богатство, так? А проблема социализма в том, что он равномерно распределяет нищету. И в результате возникло вот то, что мы называем гомосоветику-социалистику, как это, скажем, человек, который не задумывается над тем, а каков эффект от его труда, от его работы. Ну, скажем так, насколько конкурентен тот товар, который продается, скажем, в эпицентре, да, или там на хозяйственном рынке. И он отработал, получил зарплату, и говорит, в принципе, он прав, потому что это не его забота, это забота предпринимателя. Придумать, что продавать, что покупать и так далее. Но возникла такая ситуация, по которой мы не задумываемся над таким, такой проблемой. Кстати сказать, если обратиться к истокам американской культуры, ну, скажем так, ну, общественно-политической культуры, то в истории этой страны огромную роль сыграл Бенджамин Франклин. Вопреки традиции, он на 100 долларов изображен, не будучи президентом. Но он сыграл громадную роль. К сожалению, его книги у нас печатались давно, еще в 50-х годах прошлого века. Вот он говорит, да, мы жалуемся на то, что правительство нас обдирает. Устанавливает большие налоги. Но гораздо больше налоги мы платим собственной линии. Ну и так далее. Есть шикарная вещь, называется путь изобилия. Так вот, вот это равенство и свобода, она необходима людям для того, чтобы, скажем так, вот эту свободу и даже, может быть, в какой-то мере агрессию и так далее, ну, желание, превратить в конструктивную вещь, конструктивное явление соревнования, конкуренция, борьба и так далее. И европейцы, они к этому привыкли. Потому что они все время так живут. Ну, скажем, во времена развития так называемого свободных рыночных отношений. Это не свобода. У них довольно жесткие правила. И есть правила, эффективно действующие против нарушений добросовестной конкуренции. Мы собрались в Европу, но мы не представляем себе, насколько эти сложные правила и какая этика высочайшая в этом плане. Поэтому, как я уже говорил, отличие варваров, да, или варварского общества, отличается тем, что, скажем так, большая часть людей претендует на то, чтобы получать от общего пирога, скажем, ну, без основа, без эффективности труда. Ну, может быть, я там скажу популизм такой, что если бы наши конторы, да, скажем, которые в ЖЭКе работают, перевести в состояние уборщика, то было бы, наверное, более чисто. Они бы убирали все время. А так у них там сотни бухгалтеров, там экономистов, что они там считают, как начальники, они, ну, распределите ответственность, да и все. За чистоту. Вот такое положение. Так вот, интересный момент с равенством по французской декларации. Люди рождаются равными и свободными. А не равенство. Я тут прочту, потому что текст сложноватый. Люди рождаются и остаются свободными и равными в естественных правах, закрепленных международно признанными нормами, конституцией, законами, соответствующих этим правам, а также принципам и нормам гражданской справедливости. Но справедливость и юстиция одно и то же. Различие способностей, использованных для добродетелей, общественные различия могут основываться на различиях способностей. Справедливо. Использование для добродетелей, относящихся к общей пользе. То есть может быть какое-то различие способностей, но в воровском деле это не достойно. На честном и добросовестном предпринимательстве. Подчеркиваю, честное и добросовестное. Когда какой-нибудь колбасник
пихает какую-то гадость колбасу и отправляет людей, то это нечестная и недобросовестная форма поведения. На использование имущества и способностей, не наносящих ущерба правам, имуществу или свободам других лиц. Все понятно? Вот это нормально. Но различия, основанные на преступлениях или неосновательном обогащении за счет присвоения имущества республики или отдельных физических и юридических лиц, признаются неправомерными. Такое имущество или благо, полученное на основании последующего использования имущества, могут быть возвращены республике или лицам, чье имущество было неправомерно присвоено. Теперь расскажу. В Украине есть республика. Ну, кто читал Конституцию, статью 5, тот, наверное, это знает. Что такое республика? Это двойной смысл. Рес – вещь, публика – народ. То есть вещь, принадлежащая народу. К вещам относятся и юридические права и обязанности. То есть права относятся к предмету республики. И еще одно. Республика – это общее дело. Украина – есть республика. Это записано в Конституции. А на самом деле, пока что, так, Украина является вотчиной преступно-криминального сообщества и права собственности. А до того была собственностью коммунистической партии. В этом проблема. Но коммунистическая партия не создавала благ. Это люди, так? Те же самые пенсионеры создали гигантские богатства. Так? Я приведу простой пример. В Украине есть одно колоссальное предприятие «Укрнафта». Говорят, что в нем работает около 40 тысяч человек. Недавно я посмотрел в интернете, и у них есть ну, то, что называют активы, на 18 миллиардов гривен. Ну, то есть, то, чтобы сделать то, что делает или добывает Укрнафта, нужно применить имущество на 18 миллионов гривен. Так происходит приватизация. В бухгалтерском балансе есть такая статья – уставный фонд. Уставный фонд Укрнафты составляет не 18 миллиардов гривен, а 13 миллионов. Разницу чувствуете? Притом мало понятно, как это возникла сумма, но не важно. Так вот, купив, ну скажем так, контрольный пакет от 13 миллионов гривен, заплатив, например, 50 миллионов гривен, структура, прихватизирующая, получает возможность получать богатство от использования 18 миллиардов гривен, принадлежащих народу. Ну и этот пример можно распространить на все приватизируемые случаи. Скажите, это справедливо или не справедливо? Поэтому и требование возникает, что мы, граждане Украины, требуем от властей тех фонд, то есть на основании актов судебной власти Украины или подобных органов, международной юрисдикции, восстановить права республиканской всенародной формы собственности, то есть публики, и поделить, то есть если взять 50 миллионов и соотнести с 18 миллиардами, то олигарх имеет право на 0,3 от того, что производит Украина, 0,3. Ну, это так, на скидку, так сказать, в уме. А не половину, или не 40%, как это делают. Вот вам чистой воды преступление против имущественных прав украинского народа. Да, я понимаю, что он теперь как бы без работы и так далее, так? Но ведь пенсионеры, те люди, которые все это создавали, а та же Укрнафта, она создавалась таким образом. Государственное предприятие, которое занималось бурением за счет средств пенсионеров, так, которые концентрировались сначала на Сбербанке, так, потом они попадали в Стройбанк, через Госбанк, потом они попадали, кредитовали там, эти учреждения, за счет этого они насверлили, а потом с баланса на баланс передали в Укрнафту. Вот так история, скажем так, предприятия. И украинский народ, который владеет сотнями, тысячами скважин, да, которые добывают нефть, имеют долю в проценте, а не долю в 99,7%, как это должно быть по справедливости. То есть я к чему это говорю? Во всем этом нужно разбираться.
Если вы избираете туда, вот наверх, скажем так, политика, то там должно быть два рода политиков. Политики, которые занимаются экономикой, там, моралью, там, ну, так сказать, чем они хотят. А средства решения этих задач – это бюджет. Они определяют, каким образом эквивалентно накопить бюджет, а для, затем, скажем так, что за счет этого бюджета, кого прокормить и как. Это принципиально. И действительно можно кормить огромное количество людей. Так, почему? Потому что современное производство много людей не требует. Современное производство, там приличный завод, может быть, 15 человек. А куда деть остальные? Не представляю. Вот эти проблемы, они, конечно, скажем так, требуют разрешения. И для этого нужны какие-то вот документы подобного рода, там, декларации или что-нибудь, которые устанавливали принцип, как взаимоотноситься, на каких-то основах. Если бы у нас была возможность организоваться таким образом, чтобы принять эту декларацию, передать ее политикам, а это теоретически можно, потому что сюда на Майдан они приходят. Да. Сюда на Майдан они приходят, и с ними можно на равном постоять, а не то, чтобы посмотреть по телевизору и снизу. Так вот, я хочу сказать, что политики должны взять обязательства на себя, наши политики, оставляющие наши интересы, так? Или кто считает себя демократом, демократическим. Тут демократии состоит, конечно, в том, что народ выбирает. Это единственное его реальное оружие. Единственное, да, для того, чтобы выбирать, нужно другое оружие, иметь голос. Понимаете? Так? Ну и плюс, конечно, иметь из кого выбирать. Тут тоже ответственный народ, кого народил, тот и выбирает. Каждый народ достоин той власти, которую он выбирает. Это сложные вопросы, и, извините, их не так просто решить. Так? Сколько нам нужно мыслящих людей для того, чтобы, скажем, отобрать 250 для того, чтобы был в стране правопорядок. Не знаю. Но тем не менее, стараться нужно. Идти по другому пути просто. Я хочу сказать еще следующее. Что народ действительно должен быть заказчиком. Он должен понимать, требует у власти то, что необходимо. И если власть каким-то образом нарушает вариант, как обязательство, то у народа должны быть и возможности, право, непонятно почему он этим не пользуется, создать гражданский трибунал и судить этот народ по вопросам чести, соблюдает, не соблюдает, и по, скажем так, оценивать с точки зрения правомерности. У нас такая, к сожалению, проблема возникла. Так, по идее, должен прокурор, но мы-то знаем, чей прокурор. А нужен, так сказать, своя прокуратура. Кто такой прокурор? Защитник, если по латыни. Публичный защитник. Есть там адвокаты, но это частные. А то публичный защитник. Так вот, могут быть свои прокураторы, которые могут защищать и действительно выражать интерес народа. И говорить прокурору официально, что товарищ Пшонко, вы забыли, что статья 365, часть 2, говорит о недопустимости злоупотребления служебным положением или властью, сопряженное с насилием. И все должны идти под одну гребенку, независимо там, попов, не попов, клюев, не клюев, это не имеет никакого значения. Все должны, кто участники, идти под это. Вот это, под, за это ответственность, по конкретному факту. Я не сторонник лично тотальной там люстрации, так? Потому что если провести тотальную люстрацию, то у нас вообще не найдется ни одного даже дворника там, на государственной службе. Потому что все с грешком, все мы из прошлого, так? Все мы, как звонец говорил, что-то откручиваем, что-то прятаем, припрятываем, потом там и так далее, и так далее. Ну, я обобщаю, но тем не менее, я грешком. Так вот, возникает вопрос еще такого момента. Народ должен понимать, например, требовать, так и понимать, что если наказывают, то наказание должно быть эффективным. Ну, Маркс, фигура неоднозначная, но умный, очень умный человек, он как-то говорил, что
Наказание должно быть продолжением действия виновного, обращенного против самого себя. Я правильно говорю? Или Макс, правильно говорю? Вариант. Если ты украл, или, так сказать, злоупотребил и нанес ущерб, то ты должен в три раза больше заплатить. Почему три? Я обосновываю. Потому что надо отдать потерпевшему. Нужно отдать все. Ну, одну. Украденную. Нужно возместить моральный ущерб, если есть потерпевший. В размере украденного. Нужно, так? Ну, а если не удал, то нужно же его как-то там в тюрьме содержать, да? Значит, еще уплатить такую же долю государства, власти, так? И вперед, и гуляй себе на здоровье. Практически справедливость восторжествовала, так? Не хочешь в тюрьме сидеть, уплати три раза залог, и гуляй себе на здоровье. Так, и мороз меньше будет. Я утрирую, но тем не менее, это принцип, который может работать. Ну, там, где речь идет о зверствах, там действительно нужны серьезные психологи, должны определить, что может напугать пересечного украинца, ну, который характерно для которого там выпить, подраться и убить, например, так? Ну, для того, чтобы он этого боялся. Ну, 10, 15, 20, 10 специалистов, не такого там. Но что касается деятелей государства, власти, то у них тоже там, не думаю, что есть смысл, скажем, отправлять их, вот, ну, простое злоупотребление какое-то, так? Вы приходите за справкой, он с иконорывым своим этим отправляет вас на все четыре стороны. Ну, вроде никакого имущественного ущерба нет. Но ущерб же есть. Тогда его нужно снимать. У древних греков было изгнание на 10 лет. Ну, на 10 лет бац, изгнали его из всех должностей. И работай себе, живи свободно, так? Почему? Потому что нарушил, как бы, принцип. Справедливое? Можно это записать в декларацию, как требование нашим законодателям, так? Как там посмотреть на санкции, чтобы это было эффективно? И не пугали, и как бы давало эффект людям. Можно. Есть еще один момент, который важен. Без налогов, конечно, жить невозможно государству. И без государства вроде невозможно, потому что его задача обеспечить безопасность людей. Но сейчас требования возрастают, потому что, говорит, надо, чтобы было хорошее образование. Ну, я не уверен, что должно быть высшим образованием, это, думаю, что сфера частных интересов. Хотя государство тоже может какие-то виды профессии создавать. Значит, ну, медицина нужна, образование нужно, полиция нужна, не милиция, а полиция. Милиция была создана большевиками как вооруженный народ. И служить и защищать они народ не собираются, часть власти. Да, там произошла как бы сильнейшая, там очень хорошие профессионалы, высшего класса, спецы и так далее, так? Но там общая идеология отношений к людям как надзирателям. Как тюремщиков или палачей, или животные отношения. Гигантское количество пыток происходит в милиции. Ну, неосновательное приставание к людям, выворачивание карманов, это не допустить. Да, а нужна полиция. Полиция, почему полиция? Потому что это власть избранных. Ну, пациенты, профессионалы и так далее, которые служат всем, а не своим, своей стае, своему там околотку и так далее. Ну, это как бы вопрос другого порядка, но тем не менее, на них надо иметь службу безопасности. Так, система, которая обеспечивает безопасность. Это и МЧ, и полиция и так далее. Есть первостепенные задачи, есть второстепенные, есть остаточные. Так? Так вот, второстепенным относится, может быть, там, отношение, скажем, развитие экономики. Это второстепенное. Потому что надо сначала закрыть главные задачи государства для граждан, так? А потом уже там смотреть, что осталось для того, чтобы использовать. А вот в последнюю очередь, по моему мнению, нужно, чтобы... Ну, снабжать политиков и так далее. То есть наоборот.
А то они сначала себе посчитают, ну, по Пандополосу. Это не тот же уровень. Сначала себе, так, а потом не слишком ли я себя отделил, а потом всем остальным. Естественно, не хватает. Это тоже можно записать в подобного рода декларации. Ну, французская декларация определяла то, что нельзя не осудим человека привлекать его к ответственности. Да, там были исторические моменты, историческая проблема. Но по большому счету самым главным является то, что нельзя людей бросать, вернее, там, наказывать на основании каких-либо вер, ну, предположить. А нас наказывают. Вот версию выработала прокуратура с милицией, да? Вот эта версия, в которую верит, и шпарит кругом. А между тем, скажем так, та же европейская традиция суда предусмотрела суд присяжных. Власть прекрасно понимает, о чем идет речь. Суд присяжных — это суд факта, а не суд права. Граждане не разбираются в законах, как таковы, или в тонкостях и так далее, но они могут оценить, можно верить этим доказательствам или нет. То есть понятно, что стороны спросят там у прокурора, да, там суд. А на чем построено? На внутреннем убеждении. Так, а как его взвесить? Суд же даже висит. Поэтому наш суд — это не висит, это мясорубка. Ну, или на что попало, мап, палец, фарш, там, кусок мяса, все перемазано. Это не допустить. Для этого надо европейская ориентация. Так? Почему? Потому что там выше культура, там другая культура. Я уже не говорю американские судьи. Есть масса тонкостей, которые должны обязать судьи не писать, что попало, а сформулировать справедливо. Это самый сложный вопрос для наших судей, конечно. Не вряд ли смогут там что-то делать, если так бывает. А для того, чтобы сформулировать справедливость, мы должны читать решение Европейского суда, потому что там справедливость сформулирована расширена, широко и понятно. Да, это сложно, это сотни тысяч решений может быть. Но, во всяком случае, это обязан судья делать, да? Проблема наших судов состоит в том, что они находятся в абсолютной связке с милицией и прокуратурой. Потому что это фашо. Скажите. Фашо-связка. В принципе, это как бы римский принцип организации государства и власти. Римский принцип. Ну, это у них был символ власти. Ну что, провозки там или чего. Другое дело, в 20 веке это превратилось в кошмар, да? Который мы знаем в виде советской власти или там германского нацизма. Ну, итальянский фашизм был несколько иной, и не знаю, идея, ну, примерно однопорядковые явления. Это когда насилие, репрессии, террор, война с собственным народом, рутинент, кстати, остался. У нас внутренние войска сотни тысяч, военнослужащих больше, чем те, которые регулярно. Это что, допустим, для чего эти войска? Для борьбы с внутренним народом, да? И что, это должно быть для счет налогоплательщиков? Это что, те ребята, которые попили, заплатили за то, чтобы побили, это же справедливо, я считаю, это дурком. Но, тем не менее, это наши политики. Они же проголосовали за бюджет, за все остальное, так, и никто не сказал. Нет, пардон. Депутат Маскарт, генерал милицейский, он говорит, что это незаконный генерал. Ну, это абсурд. Такая волна идет, честно сказать. Такие вопросы возникают, и проблемы возникают. Значит, это, я считаю, что тоже нужно отразить, скажем, декларации, моменты, по которым, ну, скажем, недопустимо, чтобы была связка судов с властью исполнительной. Это должна быть совершенно самостоятельная власть, которая поддерживает, скажем так, принципы справедливости. И они не должны быть связаны, как сейчас, тысячи, ну, законами, так, связанными по рукам и ногам, как тупое орудие в руках непонятно кого. С точки зрения того, что они тупо применяют закон. Неправовой закон, заметьте, часто неправовой закон.
Значит, и когда народ избирает туда законодательный орган, должен думать, что там должны быть те профессионалы, которые в этом разбираются, могут отсеять правовой и неправовой закон. Я уже говорил, да, есть социальный сектор вопроса, да, туда нужны политики, там, социологи, экономисты и так далее. Но большая часть там должно быть правоведов. Не путайтесь с юристами, которые выпускают там учреждения типа институт Потлатска. Это должны быть высочайшего класса, авторитетные специалисты, ну такие, ну, достойные, да, с авторитетом, силой авторитета, а не авторитетом силы. Вот это важно. Да, может быть, таких людей дефицит. Но это нельзя, тогда само общество. Майдан может создать систему, которая воспроизведет таких, отберет таких людей и скажет, вот они достойны. Почему? Потому что они согласились вот так вот, ну так, не так, ну как-то там. Работать так, чтобы это было для людей. А то Путин говорит, это же братская страна. Ну там немножко неправильно. Это страна братков. Нас он не видит, да, когда это рассказывает. Поэтому, чтобы не было страна братков отдельно, да, а народ отдельно, да, это нужно понимать, и понимать, что то, что мы воспроизведем, так мы и будем жить. Это важно. С точки зрения, скажем так, давайте поговорим несколько минут о законе. Ну, нам рассказывают, что закон, ну, обязательно, ну, народ говорит, это как дышло. Это как дышло, но на самом деле, значит, закон должен быть правовым. Может быть, я непонятно говорю? Да? Правовым законом. Он должен быть справедливым, да? Он должен быть, ну, еще более сложно, должен быть выражением свободы. А что такое неправовой закон? Сама система, ну, как бы, ну, понятно, что право должно быть выражено в закон. Это связанное, иначе не было. Так вот, смотрите, основная масса законов или свобода, она ничем не регулирована. Помните, как говорил Горбачев, разрешено все то, что не запрещено законом, это Горбачев, он не все подобное. Это было записано в кодексе, который никто не читал. Там было такое. Это дальнейшее положение, оно не изменено. То есть это вот принцип свободы изначально. Кроме случаев запрещенных законов. Давайте первый вопрос, что нужно запрещать, да? Конечно, подули, а миром правит дух, в лучшем случае недоразумение. Конечно, законом запрещать можно то, что опасно. Вот в Европе этот принцип соблюдается. Они не, ну, приблизительно, во всяком случае, такой изначальной задумки. Да? Вот давайте запретим то, что мы считаем опасным. Для здоровья, для жизни, для там, экологии и так далее. Есть еще один момент. Это так называемые императивные предписания. Да? Ну, приказы, указы, команды и так далее. Они не могут браться с потолка. Они не могут быть беспредельными. Ну, свободными настолько, что если они взбрело голову, то подходит. Это недопустимо. Они могут быть тогда, когда они, во-первых, не сильно нарушают принцип свободы, общим позволением, да, разрешено все то, что не запрещено. Не дублирует запрещено и совпадает с естественными правами, с естественными моментами. Вот это важный момент. Юристы об этом, ну, в официальном уровне никто не говорит даже. Почему? Потому что очень сложно понять, что это естественные права. Ну, можно открыть Конституцию, у нас второй раздел и почитать, там, кстати, у нас они переписаны, да? Тоже никто не читает и никто не запоминает. Меня поражает другое, например, там, предприниматели. Вот что им не влепят они, вот, как знаете, что завтра будем вешать. Они говорят, а веревку с собой приносить или дадут налоговая инспекция. А вы подумайте,
Откройте Конституцию, там очень хорошо написано. Значит, все имеют право заниматься предпринимательской деятельностью, кроме случаев, запрещенных законом. Там нет того, что делай так, а не иначе. Там нет для этого места. Ну так написано в Конституции. Может, они не правы, но так оно написано, и написали Конституцию. Это означает, что из, у нас сейчас принято более 4000 законов. Ну, 4 там, 300, 4, там, 4. Еще более всякой дряни, которая на основе этих законов записана. Так вот, представьте себе, что несколько тысяч этих законов нужно отменять, потому что они противоречат гражданскому кодексу. И они вообще не нужны для гражданского кодекса, потому что гражданский кодекс так написан, что он является беспробельным. Ну, что юристы тот знает, там ну, нет проблем. А они на второй день приняли хозяйственный кодекс, которым отменили гражданский кодекс. И с этим надо разбираться. Гражданам. Ну как, может быть, не сильно ковыряться там в деталях, так? Но в этом случае понимать тех юристов, которые давали задание, говорят, ты за разберись, так? Какого черта ко мне залазит в карман риска? Я понимаю, что он заплатил за лицензию, да? Теперь сейчас все смели по новой регистраторам, да? Это и почему лезет ко мне в карман, так? Почему я должен к нотариусу садить? Ну, вот, и почему я у нотариуса не могу совершить простую сделку, а должен собирать десятки справок, так? А то, чтобы собрать справок, это тоже в карман залазит. И не потому, что там она справка что-то стоит, так, а потому что я не могу ее получить. А за это должен я заплатить деньги. А заплатив деньги, я вступаю в коррупционные отношения, так? Ну и так далее, и так далее. Это как бы раковая опухоль. И она стала больше, чем здоровое тело. И так жить нельзя. Так? И вот, а разобраться, она опухоль или не опухоль, это должен все-таки там онколог, да, там который понимает в этом всем и знает, как это убрать. Так? Потому что может быть дать пилюли, но сказать, да ладно, она переболит, но что-то доброкачественное. Ну, там, посвербело и закончено. Вот, понимаете? И для этого надо действительно возродить такую элиту, которая бы помогла, скажем, навести этот порядок. Право порядок, а не просто так, скажем, не просто так какой-то вот, ну, бардак, скажем. Вот. Ну, я не буду перечитывать текст, это сложно, если хотите, что мне интересно, я могу подсказать, где прочитать. Значит, я готов ответить на ваши вопросы. Понятно, что я все прочитаю. У кого есть какие-нибудь вопросы? Мне сказали, что это идеально написано такой кодекс. Извините, да? У нас идеально написано Конституция и Гражданский кодекс. Написан хорошо, но туда вставили ряд помадок, которые очень плохо. Ну, например, там бочка меда, да, и у него там кто-то награден, да? Есть это или не будет. А хозяйство. Какие вопросы будут? Ну тогда наша лекция, да, закончилась с этими. Он понимает. А? Он понимает. Извините, пожалуйста, а что за тема пожалуйста? О взаимоотношениях граждан и государства. А, граждан и государства. А когда вы будете, вы еще будете? Ну, как скажут. То есть вы уже собираетесь и уходите, да? Ну да, мне было все. А нет, завтра? Мне начало, да? А завтра будет. Ну как скажут. А кто вам должен сказать? Шановные, а почему розкладу немає? Я приехала на Вільний університет, два дні ходжу, є тільки розклад про 21-го. Зараз прийшла, все закінчилося. Справа в тому, що... Серйозно. Ситуація в тому, що змінилася абсолютно команда в Вільному університеті. І не всі
нашу информацию на их передал на данный момент. Розклад есть в интернете, он вывешен. На каком сайте? Нема интернета. Який сайт? А сайт спрашивает на кого? Сайта нема. У сайта нема, есть еще сторинка на Фейсбуке и все. А яка сторинка? Не злий Майдан. Информаційний центр, де там не злий Майдан. Ладно. Буде, доповіді будуть весь день. І зараз буде ще доповідь. Ну там було, 21 по годинах було написано. Ви чуєте, що мені тільки змінилися? Заранее. Я за два дні шукаю розклад, заранее нічого нема. Того, що люди хворіли. Ні, ну, тут можна було щось написати. Так, ні, люди похворіли. Я вважаю. Це для... Це називається «Свобода зібралися йти в Європу». Так, зібралися йти в Європу. Справа в тому, що... А то, це мікрофони не дають. Запис робиться. Український вільний університет в Мюнхені був. І в Празі. Ні, ну ми знаємо про то. Але... Тема пропонується, тема затвердження. Це нормальне планування вивести в нормальному університеті. Ну сьогодні, що ви йти? І підчистити Майдан? Отам, порубіть. Як себе мобілізувати? Які? Ну, це Константин Соловьов. Оголосіть, що буде сьогодні. Можете оголосити, будь ласка. Просто звучило, що люди покоріли, не могли запліхувати. Я оголошувати буду. Наступною темою буде технології та конституційні права громадян. А можна я вам питання задам? Стосовно конституційного права. Я прошу, Та ну почекайте, є керівник у нас народ. Оце, товариші, така демократія, оце не йде на мінулу. Ну таке. У нас є планування. Слово є? Я дуже сорі, але демократія – це прежде всего ответственность за порядок. Поэтому давайте не ругаться. Работать по плану – это всегда эффективно. Поэтому, опять же, давайте не будем ругаться. Ну, зритель ушел, где можно начинать? А кто вы такая? Я сейчас скажу, меня зовут... Да, так? Меня зовут Ирина Шарко-Табакова, я издатель умных журналов, небольшой такой громадский гляж, потому что возглавляю ассоциацию таких предприятий Украины и член правления интернет-ассоциации Украины. Я хотела бы поговорить о том, что дают технологии и в каком смысле они могут быть гарантом или основой для соблюдения прав человека и тех свобод, которые нам гарантированы Конституцией. Я думаю, что очень многие помнят из школы, сколько разных стадий развития проходило человечество. Помните, да, сельскохозяйственная была, индустриальная. Сейчас считается, что наступила информационная фаза, и уже сейчас какие-то ее элементы очень видны. Во всем мире говорят о рейтингах готовности стран к информационному обществу. Что это означает? Это означает, что по массе параметров, их где-то около 150, и по очень разным рейтингам, оценивается, насколько страна готова к информационному обществу, насколько она с помощью технологий делает свою страну лучше. Это касается и образования, это касается управления государством, это касается контроля демократии над народом, над властью, это касается предоставления государственных сервисов. Если вспомнить Ивана Сусанина, все помнят Ивана Сусанина? На самом деле это было все времена, когда начиналась индустриальная фаза. И индустриальную фазу тогда, Днепрогресс или там атомные электростанции, фиксировать было нельзя.
Точно так же сегодня мы не можем до конца предсказать, что будет там через 50 или 100 лет, и что будет означать информационное общество, как это скажется. Но то, что это скажется, это однозначно понятно, потому что вся история человечества говорит, что развитие, оно меняет не только технологии, и технологии не только меняют мир. Оно изменяет этику отношений в стране, оно изменяет манеры поведения. Да? Например, когда человечество перешло из феодального стада в индустриальную, и вы помните, все умирали от чумы, то есть 2/3 населения было умерше. Как только население научилось мыть руки, началась следующая стадия человечества, человечество опять начало развиваться. Например, сейчас известно, что падение рождаемости, это не просто потому, что где-то война, а где-то культура, это один из признаков того, что человечество переходит на новые отношения. Медицинские анализы, например, здорового человека в 21 веке, по сравнению с здоровым человеком в 20 веке, начале 20 века, очень сильно отличаются. Вы знаете, что рост, например, человека очень сильно отличается. Вы знаете, что 19 век – это, в принципе, век монокультур и монорелигии. Да? То есть были страны католицизма, были страны православия, были страны мусульманские. Сейчас мир идет по пути дробления этих моралей. И в одной стороне совершенно нормально, когда существует множество церквей, когда существует множество самых разных философий. И, например, считается, что корпоративная этика, отношение к большой компании – это тоже очередная стадия развития. Некоторые люди считают, что со временем это все просто разовьется в нравственность, когда люди смогут жить по принципу не делать того, чего они не хотят по отношению к себе. И вот такие вот монообразования, которые следят за тем, чтобы человек стал лучше, подчинялся каким-то требованиям и так далее, они просто отомрут. И в этом смысле, как бы рассматривая все, все параметры и тоже информационное общество, мы можем увидеть, что рейтинги стран, наиболее готовых к информационному обществу, не совпадают с рейтингом стран, которые наиболее терпимые. То есть не навязывание религии, отмена всяких странных налогов, там, начиная на проституцию и заканчивая наркотиками. Да? Однополые браки. Точно так любят спекулировать, на самом деле это та терпимость, которая в развитых странах наиболее развита. Я совершенно уверена, что даже генетически человек через очень короткий промежуток времени сильно изменится. Очень многие пытаются приписать технологии манипуляции. Вот в этом году и в эти дни очень много говорят о том, что они манипулируют, и что если технологии возьмут вверх, то это будет означать, что нами будут манипулировать. Но на самом деле то, как происходит вот это развитие морали, скорее говорит о том, что нормальный человек через 30 лет, возможно, он вообще не будет приемлем то, что он может манипулировать. То есть почему-то всегда обсуждаются наиболее страшные депрессивные сценарии, да, и там строй Моррелла, и что за нами будет большой опыт, и так далее. На самом деле, в современных странах очень видно, что мораль и этика поведения, она начинает преобладать, да, и политики своих пространства, и никогда не вернутся в политику, если он уже где-то прострахивается, и было видно, ну, чем там коррупционером или чем там еще. Поэтому у меня лично всегда позитивные прогнозы, да, потому что у меня же позитивные прогнозы, стоит бороться и следует доказывать, что технологии в том числе должны использоваться во благо. И, в общем-то, технологии во всем мире, они имеют совершенно демократическую, так сказать, окраску, потому что, хотя и диктатуры, они тоже могут быть достаточно успешными, но диктаторы обычно боятся ими пользоваться. Поэтому, чаще всего, демократия использует эти инструменты для того, чтобы общество становилось более самореализованным, чем наоборот. И я думаю, что в этом тоже наше большое счастье. Я сейчас маленький перерыв сделаю. Страничку надо перейти. Если говорить о том, что в нашей стране есть какие-то элементы информационного общества, они у нас действительно есть. То есть последние 20 лет Украина старается участвовать во всяких таких вот измерениях, которые бы показали, что она занимает свое достойное место. К сожалению, свое достойное место Украина сейчас занимает где-то там, в зависимости от рейтинга, от 50-го до 100-го места. И связано это не только с тем, что мы ничего не делаем, связано это еще и с тем, что другие страны это делают очень быстро.
наиболее интересные, как мне кажется, параметры. Это параметры внедрения новых видов обучения. Это параметры, как женщина помогает, вообще женщина, ну, смерти помогали. Было бы по-демократично, я считаю. Так вот, эти разные параметры, это качество, например, сервисов для населения, да? И, наверное, многие слышали, что у наших каких-то государственных структур есть сайты, но, к сожалению, эти сайты вы не можете ни справки там получить, ни паспорт поменять, да? Это означает, что сервис этот внедрён либо плохо, либо вообще не внедрён. И вот с точки зрения отношений государства и граждан, я считаю, многие эксперты считают, что перелом был после Великой Отечественной войны. Что такое была Великая Отечественная война? На самом деле, решение о ней, решение там о ее кровавости, о ее несправедливости и прочее, оно принималось государственными правительствами с очень малым задействованием населения. Да, население скорее потом больше призывали, манипулировали и убивали. Говорят, что не было бы Гитлера, если бы не было радио, потому что это было средство коммуникации, которое он использовал для того, чтобы привлечь массу к тому, что он решил. Да, при этом, ну, нужно понимать, что если бы было, наверное, 5 интернет-ных источников радиоканала, ему бы это далось труднее. Да, когда монополизированы большие источники информации, тогда очень легко население, скажем так, заводить, манипулировать и привлекать к тому, что решило правительство. И вот как бы после Великой Отечественной войны, на самом деле, страны с достаточно развитыми уже демократическими традициями, которые начали строить свои отношения еще 300 лет назад, население пошло пути управления правительствами, управления политикой. Потому что, ну, в принципе, сама история Европы и история США – это история развития самоуправления. И после войны как бы все больше механизмов были созданы и привлекались для того, чтобы граждане имели возможность и право контролировать. Не просто там они выбрали и забыли напротив, да? А какие законы применяются, какие либеральные законы применяются, какие правила поведения, чему мы хотим обучать наших детей и так далее. И с ростом информационных технологий в 70-80-е годы этот процесс очень сильно ускорился, и он очень сильно повысил свою эффективность. И именно в 90-е годы были уже заложены такие большие механизмы, которые сейчас работают в мире, как электронное правительство, как система обучения, когда один учитель и один учитель, во-первых, могут общаться, а во-вторых, географически уже не важно, где находится ученик, потому что он имеет равные возможности к доступу к знаниям. Да, начали развиваться сервисы для населения, заказ паспортов, заказ справок, все это в одном окне. И то, что мы слышали, на самом деле, в 90-х годах уже в Европе и в Соединенных Штатах не дремо. Есть также такой профиль, штука, как коррупция. Да, вот, по-моему, лекция Бурня, он говорил о коррупции. Каким образом технологии помогают преодолеть коррупцию? Во-первых, потому что, ну, чем больше человек присутствует в процессе, тем больше шансов, что человек захочет денег или каких-то благ. Поэтому любой процесс, который можно организовать таким образом, что он осуществится компьютером там, или какой-то интеллектуальной системой, он приводит к тому, что человеческий фактор становится все меньше и меньше. И именно в отношениях государства, в тендерной политике, такие системы очень сильно помогают избавиться от человеческого фактора, то есть приводят к тому, что вероятность коррупции очень сильно понижается. Например, там реализовывается подача электронных заявок, отбор этих электронных заявок по существующим параметрам, торги потом происходят на открытых аукционах, на открытых площадках. И таким образом целая свора чиновников не получает доступа. Никто не говорит, что у нас самые плохие люди, а на Западе самые хорошие. Просто там удалось построить систему, когда самые плохие люди не могут показать себя во всей красе. Да, ну, разумеется, потом еще и наказание возможно. Так вот, в нашей стране, позапрошлом году, по-моему, президент объявил у нас год Украине годом информационного общества. И, в принципе, пытались чиновники и министерства делать очень много разных каких-то проектов. К сожалению, они все не внедряются, потому что сопротивление чиновников очень большое. У кого-то оно связано совсем не с коррупцией, да, как можно было подумать. Оно связано со стилем, культурой, способом мышления, которое есть. Оно связано с тем, что у нас, например, нет сертификации чиновников, которая бы показала, что он обладает всеми этими технологиями, не просто боится компьютера, да? А уже его начальники, они рады, что пользуются, потому что все остальные боятся компьютеров, и вот эта вот система не начинает работать. То, что у нас, например, для судов сделали, да, у нас суды вроде бы как компьютер выбирают судью.
И в каких-то случаях не принципиально, что очевидно, что компьютеры это так и делают. Но знаете, вот те, кто учил теорию вероятность, или просто, так сказать, умеют оценивать возможность происхождения событий, они очень удивляются, когда в определенных заангажированных случаях компьютер неожиданно выплевывает одного и того же судью. Да, сразу напрашивается вопрос о том, какой на самом деле интеллект внедрился в этот электронный интеллект. То есть вот эти вот вещи, которые внедряются добросовестно, они на Западе сокращают время общения граждан для государства, они повышают эффективность их сотрудничества, скажем так, да? И кроме того, они повышают лояльность. Потому что нормальная страна, которая сумела построить государство как цель для населения, я уже не говорю о чудности политиков, на самом деле его граждане любят, они любят платить налоги, они любят там делать какие-то добровольные взносы, они умеют развиваться и так далее. И ничего как бы в этом нету того, что не было бы похоже на меня. Нужна только политическая воля на то, чтобы основные системы были внедрены и в них был выбран человеческий фактор. Причем, что интересно, что на самом деле эти решения, они уже давно все разработаны. Не нужно в Украине делать совсем украинский университет электронного правительства. Да? Его нужно просто правильно адаптировать, правильно интегрировать, заставить исполнителей сдать экзамены, и после этого машина заработает. И Грузия показала, да, если я не ошибаюсь, там за 5 лет они все сделали, построили дома, юстиции и прочее. И, конечно же, когда в такой ситуации возникает вопрос о цифровом неравенстве, а равенство каждого гражданина – это тоже то, что мы ориентируем в институте, то именно такие технологии, они помогают убрать разрыв между тем, где живет человек и как он живет. Это называется правом на доступ к информации и отсутствие дискриминации к получению информации. Например, если там чей-то ребенок или внук учится в селе, у него должны быть равные права и равные возможности по сравнению с ребенком, который учится в селе или в областном городе. Реализуется это все за счет систем дистанционного обучения. Да? И эти системы – это тоже технологии. Здесь самая главная проблема в стране – это, с одной стороны, заорганизованность Министерства образования, которая пытается старые советские схемы чуть-чуть адаптировать под современный уровень. На самом деле, давно уже основное было поменять, да, потому что есть учителя, причем учителя, которые даже не всегда умеют работать с компьютером, но кто умеет правильно ставить детям задачи, которые умеют правильно потом спрашивать и развивать их отношения. У нас сейчас проблема, на самом деле, что у нас дети знают больше, чем учителя. И вот тем учителям, которые хотят что-то иметь, им нужно помогать. А те процедуры, которые есть в учебном процессе, по адаптации программ, по адаптации курсов, уроков, они, к сожалению, выполнены на очень низком уровне. И они в этом деле помочь не могут. Поэтому, опять же, в образовании и преодолении цифрового неравенства очень важна политическая воля. То есть не только президента или премьера, но и того же министерства. Еще есть вопрос для тех, у кого нет денег на компьютер. Вот я знаю, что в Германии еще 3 года назад минимальный пакет, который должен был быть обеспечен обычным средним гражданинским доходом, уже включали стоимость компьютера. Да? Я уверена, что там сейчас как бы есть или компьютер, или ноутбук, и разумеется, там есть стоимость доступа в интернет. Почему это важно? Потому что те, кто хочет использовать минимальный пакет сервисов, который дает страна, он должен это имеет возможность сделать, даже если у него не хватает доходов на его оборудование, скажем так. Для этого обычно реализовывается точки доступа в общественных местах. Общественные места – это могут быть библиотеки. В нашем случае, например, это может быть государственная почта, да, которая там у каждого где-то рядом с домом есть, и которая на самом деле стоит минимальных на самом деле инвестиций, сделать 2 или 3, в зависимости от населенности, рабочих мест с доступом в интернет и с доступом к ресурсам, которые государство предлагает гражданам использовать для того, чтобы оптимизировать свои трудозатраты в том числе. Вот для этой программы у нас тоже очень нужна политическая воля, потому что я считаю, что идеал в каком-то смысле для нас и в том числе для Майдана – это электронное прямое управление. Например, в Швейцарии реализована система прямого управления народом через электронные референдумы. Там, если выходит какой-то законопроект, там или постанова, или изменение конституции, они вначале должны пройти электронное голосование граждан. Электронное голосование граждан
должно от населения, ну, очевидно, оно зарегистрировано, сколько у них избирателей, которые имеют право голосовать. Очевидно, у них есть какая-то идентификация. Вот, неважно, анонимная или нет, это уже вопрос общественной договоренности. И вот такое голосование, если 25% законопроекта не набрал, он не поступает в Сенат. Это означает, что народ полностью влияет на те законы, которые должны рассматривать законодательные органы. Да? И я считаю, что у нас к этому очень нужно стремиться. У нас есть две большие проблемы. Это то, насколько учитывается мнение народа, и делает здесь не в том референдуме, в законе про референдум, который был сделан. А дело в том, что каждый очень быстро, на самом деле, может показывать свои отношения. И второе – это законы, которые должны быть приняты для бизнеса. Когда мнение бизнеса, которое консолидировано при социальной ассоциации, не может не быть принятым тем, кто разрабатывает законопроекты. И что, к сожалению, сейчас бизнес намного больше борется с какими-то проектами. Иногда ему удается услышать, иногда не удается его услышать, чаще не удается. А в общем-то при нормальном законе о лоббировании, когда нельзя принять законопроект по отрасли, если отраслевые ассоциации, например, не достигли консенсуса с законодателями, это очень просто. Просто там опять не будет коррупции, и там опять же не будет какой-то предвзятости, да, которая у нас есть и которая может существовать. Может, вопросы кто-то по ходу хочет задавать? Сегодня такой монолог ужасный, по-моему, не понятный. Понятно. А если понятный, то не всегда. Ну, давайте тогда перейдем к тем событиям, которые сейчас были, и к тому, каким образом на уровне уже существующих использованных технологий можно влиять на то, что происходит в стране. Мы, на самом деле, делали опрос. ТТСМИ, это такой канал YouTube, который делает мое издательство. И мы делали небольшой опрос по тем, кто был на Майдане, откуда они получают информацию. И, ну, даже интуитивно, оно как-то пополам делится, да, то есть очень много приезжих говорят только о телевидении, и очень много киевлян говорят только о социальных сетях. Причем и одни, и другие, и мы утверждаем, что вообще других каналов нету. На самом деле каналы очень есть, и мне кажется, что то, что сейчас произошло, это будет очень много еще анализов о том, как играли там роль социальные сети, как это использовали, кто ими манипулировал и так далее. И много важнее понимать, что технологии ЗИД, они не выступают проводником, они выступают акселератором развития и повышения эффективности. То есть если какой-то комьюнити, какой-то кусок общества готов к чему-то, и просто технологии ему помогают ускориться и более эффективно там то ли соорганизоваться, то ли наоборот бороться с чем-то начать. И мне кажется, что вот пример, когда Руслана будила Майдан со сцены, и киевляне смотрели это по социальным сетям, по онлайн-трансляциям, то процент киевлян, который встал и поехал, он был меньше, чем процент того населения, кто в Западной Украине тоже встал и поехал. А в Западной Украине там не так онлайн смотрели, там церкви звонили, и оповещение гражданской обороны работало, да? То есть это как бы старые технологии. А эффект получился тот же. На самом деле очень важный вопрос, какой процент населения уже готов использовать технологии. Понятно, что при равных условиях, при отсутствии цифрового неравенства, проценты там и там могут оказаться одинаковыми. Да? Или там в зависимости от какой-то специфики населения он может быть разным. Но в любом случае там и там технологии помогли, вопрос только какие. И поскольку очень многие используют разные каналы, я просто хотела бы рекомендации такие дать. Каким образом, во-первых, обеспечить себя правом на информацию? Потому что вы же понимаете, что никто вам специально ее делать не будет, да? То есть каждый почему-то будет делать и чего-то хотеть от вас добиться. Очень важно понять, как отбирать информацию. Там есть простые правила. Во-первых, нужно выбирать сайты, те, которые имеют хорошие рейтинги, которые имеют историю, которые имеют хорошие рекомендации, у которых, в конце концов, есть развитый бренд. Потому что если сайт сделали вчера, и там какая-то очень странная информация, то, скорее всего, ее просто скинули. А если сайту 10 лет, если его бренд уже известен, если у него есть редакционная политика, то намного больше шансов, что вы можете ему доверять. С другой стороны, доверять одному источнику, помню товарища Гитлера, да, тоже нельзя. Ну и что там Гитлера, КПСС можно вспоминать. Два канала, телеканала и как бы ничего, кроме съездов партии, да? Так вот, нужно для себя выбрать какое-то минимально оптимальное количество источников информации в виде там, сайтов или каких-то порталов.
и в первую очередь смотреть там на новости и на факты. Эти новости и факты всегда можно проверить. Я там приведу такой пример. По-моему, через две или три ночи после последнего штурма Беркута очень много было всяких сбросов о том, что там где-то перекрывают, где-то куда-то перемещаются и так далее. Вот одно из таких перекрытий, я обратила на него внимание, то есть в три ночи, оно прошло с РБК УА. РБК УА – это сайт РБК УА. Ну, у меня там не всегда есть двери от русских средств массовой информации, я могу об этом поговорить отдельно в следующих лекциях. Мне было интересно, на кого ссылаются они. То есть, по идее, у них должна быть либо фотография, либо говорите, собственный корреспондент, да, где они взяли. Они взяли якобы с твиттер-ленты Автомайдана эту информацию. Когда я зашла на этот твиттер-лент, я увидела, что последнее сообщение там было 3 дня назад. То есть, реально они этого сообщения не делали. Но вся видимость того, что информация пришла в проверку, сайтом была как бы сделана, да? И если вы действительно переживаете за какую-то информацию, если вам важна точка зрения того, что вам эти факты преподносят, вы всегда должны внимательно к этому относиться. Вы всегда должны понимать, какие факты это говорят, и, ну, как бы 2 или 3, кому вы доверяете это говорить. Можно при этом проверить источник информации, да, и убедиться в том, что, скажем так, вероятность правды намного выше, чем в любом другом случае. Второе, что есть еще, это общение с людьми и с друзьями, которым мы доверяем. Социальные сети – это именно то, что связывает очень близких друзей, не очень близких друзей, каких-то хороших знакомых, или, может, даже людей неизвестных, но которые увидели в процессе общения, что у вас совпадают взгляды. Очень много информации передается именно через социальные сети. И здесь тоже очень важно включать голову. Потому что если вы видите, что ваш друг, ваш гость, о том, что где-то что-то перекрывают, пусть через 3 дня, то это значит, что он просто безголовый, да? Потому что понятно, что оперативная информация, она должна передаваться ну, там, в течение часа, например. И пусть где-то через 3 дня, это в принципе влечет излишнюю сумятицу. Поэтому я уверена, что если каждый пользователь социальной сети будет иметь свое понимание и политику, каким образом и что он распространяет от своего или чужого имени, если он просто обратит внимание своих друзей на то, что происходит, то вот эти вот провокации левых аккаунтов, которые в зависимости от ситуации больше или меньше присутствуют, ее будет как бы меньше, да, и опять же, ее будет легче проверять, она будет приносить больше пользы. Если же такая штука, как Twitter, ну, она не совсем социальная сеть, она сделана для того, чтобы в ней люди могли следовать за тех, кто им интересен. Ну, то есть там по американскому месту рождения, за звездами, за суперполитиками и так далее. У нас, в принципе, тоже есть такая, ну, как бы тенденция, да, то есть в Твиттер-лентах наибольшее число последователей имеют люди известные. Но при этом рядовые пользователи Твиттера, они на самом деле выступают корреспондентами. И, например, о цунами в Японии информагентство узнали из Твиттера обычных людей, да, которые вот там попали в это цунами, оно начиналось. И их сигналы, их информация пришла раньше, чем информация информагент. И ситуация, которую мы сейчас имеем, намного эффективнее использовать Twitter. Во-первых, он не перегружает каналы. Да, если у вас там GSM и GSM при большом скоплении людей, он очень плохо работает, потому что забывается канал, то Twitter, это он есть намного меньше канала интернета, и при этом он там короче, потому что формат сообщения это смс-ка. И нужно очень много информации успевать прочитать и успевать передавать. При этом я считаю, что вот право на доступ к информации, право на то, чтобы ее передавать, если не работать, на самом деле за собой несет и ответственность. Да? Если вы только о чем-то думаете, напишите, что я так думаю. Если вы там считаете, что так правильно, напишите, это я считаю, что так правильно. Потому что вообще миссия Фейсбука, как говорят, что там квартиры Фейсбука в Силиконовой долине, это делать мир лучше с помощью персонального общения. Подразумеваю, очевидно, что персонально это всегда ответственнее, чем анонимно. Да, вот на заборе написал «сбежал» — это безответственно, и чаще всего неинтересно. И на Фейсбуке на самом деле то же самое, или там в Одноклассниках, или ВКонтакте. Есть что-то нужное, интересное, если ты под этим подписался, твоя ответственность намного выше. Этим способом можно уйти и от кучи конфликтных каких-то вещей, и некорректных, и неэтичных, и так далее. И везде, в общем-то, нужно подключать воздух.
Ну и самое главное, вот правильный доступ к информации, это, конечно же, критичность. Да, вот я еще раз к ней вернусь, что очень важно понимать, что ты читаешь, как ты читаешь, где ты читаешь, что думают твои друзья, и только вот все обсудив, да, приходить к тому выводу, что же на самом деле для вас означает реальность. И это само собой, оно берет манипуляцию. Потому что что такое манипуляция? Это если вам все время вроде бы достойного там какого-то информационного канала будут повторять, что нужно там Майдан без политики, да, а вы просто раздавили рот и как бы решили, ну да, такие, зачем нам без политики? А при этом вы почему-то там забыли, что на самом деле без политики не может существовать ни одно развитое государство. То есть власть народа доносится в государственное управление через политические партии. И в нормальной ситуации, если партии имеют там власть, имеют оппозиционные позиции. И на этом балансе осуществляется власть народа. То есть любой человек, который хочет что-то сделать без политиков, это на самом деле профанация. А очень большое количество людей, к сожалению, ведутся на эту манипуляцию, хотя сами они не собираются в политику, а даже если собираются, то не сразу. Да, и в результате этого эта манипуляция там самых разных видов гуляет уже месяц на этой же площади и совсем не в том виде, в котором бы дала. Потому что это, в принципе, посягательство на то, что называется народным самоуправлением. То есть народ хотят решить инструменты. Свобода слова, у меня будет отдельно об этом тоже здесь лекция, она, в принципе, обуславливается экономически. Поверьте, что если владелец СМИ не хочет денег от функционирования своего СМИ, но тогда он будет президент, и тогда это не будет информационная функция. Любой человек, который является владельцем СМИ, маленького сайта, большого сайта, маленького телеканала, большого телеканала, журналов, там, даже книг периодически, если человек думает о деньгах, то он всегда будет независим и сбалансирован, потому что ему нужно, чтобы на него потратили деньги его аудитория, его пользователи. Неважно, в каком виде она потратит, в виде денег, или в виде внимания, или в виде там подписки на кабельный пакет какой-то. Важно, что и деньги, и время пользователя, его аудитории приносят ему доходы в его бизнесе. Поэтому, если вы знаете, что какие-то сайты или каналы, или журналы и газеты явно имеют предвзятую точку зрения, не тратьте на них внимание и не тратьте на них деньги. Не надо их выписывать, не надо на них подписываться, не надо просматривать баннеры у них на сайте, да? То есть на самом деле не только бизнес, как рекламодатель, например, может влиять на ситуацию, но любой гражданин может на него влиять точно так же, если он осознанно понимает, что он представляет ценность. Да? То есть каждый человек, каждый гражданин, он представляет ценность. Он может экономически влиять через свои действия на то, насколько успешны заангажированы с ним в этой стране. Поэтому, опять же, призываю на это обращать внимание. Ну и то, что очень важно тоже, почему привели технологии буквально вот за последние 5 лет. Они привели к тому, что ну, каждый человек, это в то же время, ну, в каком-то смысле журналист. То есть гарантированная конституция права на высказывание, оно теперь имеет возможность как бы быть использовано не просто там выйти на улицу, собраться, сказать, да, не просто у тебя в дневнике написать или познакомиться поселиться. Право на высказывание становится технологически возможным донести на абсолютно любое количество аудитории. Да? Вот на Майдане были прямые трансляции не специальных телеканалов, не каких-то там только что созданных телеканалов. Были просто люди, которые снимали видео, напрямую транслировали в интернет. И достигали там 40-50 тысяч аудитории ну, всю ночь, когда они работали. И не надо думать, что это люди какие-то такие отдельные, которые вот где-то там были очень продвинуты. Просто эти люди считали, что то, что они видят, должны видеть еще не только они, а все, кому это может быть интересно. Это называется, ну, как бы, в каком-то смысле журналистика, да? То есть журналист, он сейчас трансформируется, он превращается в человека, который должен уметь обрабатывать информацию, давать людям то, что им нужно. А каждый человек уже становится журналистом, да? Вот, а я бы это делала, репортаж на Дяне, я бы собрала там в один пункт тех, кто вещает время от времени, да, и дала ссылку. Вот это моя журналистская работа. А уже любой человек может писать и информировать общество. И более того, я считаю, что если человек что-то знает и не информирует, это тоже преступление перед обществом. Если он знает, что где-то происходит фальсификация, где-то кто-то кого-то подкупает там на выборы или до выборы, и он об этом не сообщает гражданам, то в принципе он покрывает, да? А тут известно покрытие преступления, оно тоже влечет ответственность. Поэтому технологии в наше время, они дают возможность
занимать активную гражданскую позицию, в то же время информировать общество намного более эффективно и намного более, ну, часто, да, настолько важно, насколько это важно. Конечно, тут и нужно переходить к маразму, потому что если там каждый слышит вдох, ох и ах по поводу событий, которые происходят в стране, то это только интересно вашим друзьям, и стоит это навязывать абсолютно всем. А если вы знаете, что это важно еще для какого-то человека, которого вы не знаете, тогда вы можете использовать те каналы коммуникации, которые сейчас уже есть и разработаны. Ну и, в общем-то, в завершение хочу сказать, что нам осталось совсем немного. Нам осталось реализовать технически прямые выборы лидера на Майдане, потом законопроект о прямом управлении с помощью электронных референдумов, и жизнь у нас 100% наладится. Спасибо, готова отвечать на вопросы. Коли у нас будуть електронні вибори, як в цивілізованих країнах? Ну, электронные выборы, между прочим, в России есть. Она только стала более цивилизованной. Вот кажется, нет. Да? Потому что изначально должна быть политическая воля и уверенность в том, что система выстроена правильно. Внедрить сами там компьютеры и прочее, это не такая сложная задача. Я знаю, в Австралии, если не принимаешь участие в выборах, то вас штрафуют, потому что вы как гражданин не исполнили свой долг. Вот можно начинать уже с этого. А вот для этого и есть активная гражданская позиция, да. Когда с людьми нужно делиться. Делиться информацией, делиться фактами и призывать их включить мозги. К сожалению, битьё идёт мозгов по голове, да, но эффективно только в 3%. А во всех остальных случаях с людьми надо разговаривать. Чем больше разговариваем конструктивно, тем, я думаю, больше хороших результатов мы будем наблюдать. Я, например, не погоджуюсь. Оскільки велика вітчизняна війна, це трошки термін некоректний, тому що це буває... Я говорила Вторая мирова. Мені тут дуже написано. По-друге... Що ж некоректний, я говорила Вторая мирова. Ви сказали, що не виправдується. По-друге, питання маніпуляції я почув, стосовно аполітичності більшості людей, які прийшли на Майдан. Це не зовсім пішки. Я этого не говорила. Да, сразу, что есть манипуляция по внутреннему сознанию людей, что здесь не нужны политики. И объяснила, почему это является манипуляцией. Потому что без политиков реально достижений в политической плоскости не бывает. А если на сегодняшний день наши политики набагато відстают от нашего социума, то что тогда работает? Идти в политику. Что вы сделали, чтобы прийти в политику и не отставать от своего социума? А вы уже были, вы опустили руки, видите? Я занимаю громадянскую позицию. Громадянская позиция не имеет инструментария конституции, по которой вы можете влиять на это общество. Ваши мирные избрания никаким образом не отражены в конституции, каким механизмом они могут влиять на смену политической власти. Там не написано, как говорил по-деревянски, сколько такое должно выйти на Майдан, для того, чтобы этот Майдан заметили. Вот когда мы это пропишем в конституции, тогда все получится. А сейчас критика политиков приводит только к тому, что ослабляется то, что они сумели сделать. Знаете, какая страна, такие теракты. Таких выбирали, всем теперь нужно помогать. Очень просто все. Скажи, пожалуйста, я из Кривого Рога. Перших днів цих подій у нас теж зібрався Криворізький Майдан біля міського кордону. Спочатку чисельно, але на сьогодні комунальні заходи масової інформації, які існують на кошти платників податків, газета комунальна «Червоний гірник» і ТРК «Родана» жодної кадри, так само, як і державне радіотелебачення. Альтернативні, які існують, ну, мізерний тираж і так далі. Як прорвати цю блокаду? Ну, во-первых, не треба їх виписувати. Во-вторых, є закон о запрете... Всіх бюджетників, червоний гірник. Ну, правильно, вот, поки вони відповідають на примус, у них є економічна база, дуріть їм мозг. Да, получается, замкнутий круг. На самом деле, є закон о запрете фінансування
коммунальных и прочее. И они должны быть раз в год сюда. А это означает, что они должны работать в рыночной плоскости. И когда они будут работать в рыночной плоскости, у них просто не будет денег. Да, как бы? Вот. Я не говорю, что это можно решить за один день. На самом деле, вот этот закон об невозможности финансировать СМИ, ему, по-моему, уже там лет 5 точно, а может и 10. Да? И здесь опять же вопрос, какими хитрыми механизмами чиновники все равно сохраняют это влияние. Да? Но вы же знаете, здесь самое главное сначала позиция по одному, а потом позиция всех вместе. Я как издатель 18 лет никогда в жизни ни одной копейки ни от кого не получала. Да, и поэтому там до сих пор живу, наверное. А те, кто пользуется искусственно, они чаще всего искусственно это умирают. Підписку на червоний гірник запровадили голосуванням депутатів міськради під виглядом соціальної допомоги населенню, як би. І вони всіх ветеранів, пенсіонерів своїх. Я теж пенсіонерка, але мені безкоштовно не кидали червоний гірник. А чьи деньги? Чьи деньги? Бюджет! Ну, там, где там прокопать надо. Может, это вообще там на уровне нарушения закона. У нас еще, знаете, есть часть таких законов, которые, к сожалению, не имеют механизма имплементации. Вот закон вроде хороший, а он работает плохо. Но за это тоже надо бороться. Что еще мое питание? Насправді, я хочу подякувати Еліні, тому що вона перша розповідалася на мій заклик приєднатися до списку лекторів. І я сподіваюся, що завтра теж буде її лекція і буде ще більше людей. Я маю честь колись, в 2001 році, працювати в неї, коли ще я була маленьким журналістом в одному з видань. Я була в розділі «Інтернет» редактором розділу в журналі «Зв'язок». Ще у нас таке ноу-хау в Кривому Розі. У нас ще таке ноу-хау в Кривому Розі. В якості радників міського голови, яким є тато Олександра Вілкова, старший папа Вілков. Радником тримають за кошти платників податків міського голови особу за прізвищем Філатов, який має кабінет в міській раді. Який був менеджером на останніх виборах, не громадянин України, немає громадянства, і є радником. І вони визначають, пишуть промови міському голові на прес-конференції, визначають, кого куди послати на антимайдани і так далі. Ну, це взагалі, розумієте, як нам тут підкидає Царьов, що є радники сьогоднішньої революції з Сербії і Грузії, то я вам кажу, є радники московські, які сидять за кошти платників податків в міській раді Кривому. Нормально? Нормально, звісно, поки, опять же, либо з цим треба розбиратися серйозно, либо не обращати увагу. Якщо розбиратися серйозно, если радник получает зарплату, то у него, по-моему, статус или госслужащий, или кого-то еще. И тогда, наверное, он не может быть. А если он работает безоплатно, то, в принципе, ну, при хорошем наборе радников, ему надо гордиться. Вот такие из Москвы, из Вашингтона, еще откуда-то, ничего плохого нету. Вопрос, куда это будет реализовано. Ну, все-таки про конституцию и технологию. Все, больше нет вопросов. Спасибо большое, приходите завтра. Я надеюсь, что будет так же интересно. Є питання. Все, я давай. Чому ви живете на Україні, а говорите на балканській мові? Потому что так я лучше своим разным языком доношу свою интеллектуальную представляющую, позитивные эмоции и терпимость по отношению к тем, кто проживает на территории нашей страны. Ви українцям добро не робите. Я українцям роблю добро, тому що в мене така фамілія, яка на козах пишеться. А коли йде пропонація того, що від мови щось залежить, то це не дуже гарно. Насправді, питання в тому, що так відбулося, що Вільний університет
Я залишився не так давно, суботу, без координатора. Суботу було знайдено іншого координатора, або вільний університет мав звернути. І вільний університет не зовсім вже ще до кінця передав мені, але я сподіваюся, що тих слухачів, які сьогодні, буде терпіння. І крім того, що я написала розклад, просто від руки, тому що мені не вистачило часу надрукувати його. П'ятеро, які зголосилися сьогодні допомагати мені, п'ятьох, вірніше, хто зголосився допомагати мені, четверо захворіли просто. Дуже багато накладок було. Але програма складена, і з усіма лекторами домовлено. І наступна лекція буде 18:00, буде фінансова азбука для малого бізнесу. Будуть розповідати фінансові аналітики, яким чином в Україні можна все ж таки малому бізнесу існувати. А хто? Віктор Сужарівко. Не прийдуть к чортовій матері в цьому матері. Після цього трошки неформатна буде лекція про кулінарні міфи наших предків. Це буде розповідь про те, які традиції до Різдва існували у наших предків. Після цього буде дуже цікава лекція від людини, яка тут є на Майдані першого дня. Я трохи перепутала. Після цього буде невеличка презентація книги Олександра Парія «25 визначних перемог українців». І він буде розповідати, яким чином українцям перемагати. І потім буде Дмитро Бай, почнемо з себе, з ним. І потім Євгенія Закревська, яка працює в штабі правозахисту і захисту допомоги юридичної тим людям, які зараз потрапили під тиск, вона буде розповідати, яким чином себе захищати. Яким чином захищати себе людям з тим, які потрапляють під тиск саме через Майдани. Наша програма буде до 10 вечора, тобто не розходьтесь. І я дуже прошу, хто буде готовий, я зараз надрукую ще програму, теж таки. І за 10 хвилин буквально принесу сюди, хто захоче допомогти рознести просто програму по Майдану, я буду дуже вдячна. Дякую вам. Ні, ми не чули, але ми поки там просто сидіти. І не йдемо.